На 78-м году ушел из жизни советский и российский артист балета и хореограф, основатель и художественный руководитель театра «Кремлевский балет», народный артист России Андрей Петров. Об этом сообщается в аккаунте «Кремлевского балета» в соцсети ВКонтакте. Жизненный путь Андрея Борисовича всегда был наполнен творческими порывами, добросовестным созидательным трудом и деятельным стремлением внести свой вклад в сохранение и развитие русского хореографического искусства, говорится в заявлении представителей театра. Андрей Петров родился 27 декабря 1945 года. До 1986 танцор являлся участником труппы Большого театра, а спустя 4 года занял должности художественного руководителя и главного балетмейстера театра «Кремлевский балет». В период с 1993 по 2001 год артист являлся генеральным директором Государственного Кремлевского дворца, а также режиссером, постановщиком концертных программ учреждения. В 2006 стал секретарем Союза театральных деятелей РФ, а также председателем комиссии СТД РФ по хореографии. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.